Пока есть хотя бы один человек, который сидит в зрительном зале и наблюдает за тем, что я делаю, моя профессия обретает бессмертие. Вы вспомните меня когда-нибудь, но поздно, когда в своих степях далеко буду я, когда надолго мы навеки будем розны. Тогда поймете вы и вспомните меня, проехав иногда пред домом опустелым, где вас всегда встречал радушный мой привет. Вы грустно спросите, так здесь ее уж нет. И мимо проходя, махнув султаном белым, вы вспомните меня, вы вспомните меня. Я этой профессии отдаю все, что у меня есть. Я туда уношу свой восторг, свое мужество, свою веру, свою любовь, свою ненависть. Я все тащу туда. Там жизнь. Я ухожу оттуда опустошенной. За мою жизнь у меня не хватает сил. Вы вспомните меня.